Теперь к другим новостям. Экипаж МКС благополучно вернулся на Землю. Несколько минут назад Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Аньон Ченселор покинули спускаемый аппарат. С собой они привезли специальный контейнер, который уже сегодня будет передан ФСБ. Место посадки взято под охрану. В центре управления полетами работает наш корреспондент Денис Алексеев. Денис, доброе утро. Как проходил спуск? Что это за секретный груз? И как чувствуют себя члены экипажа? Да, Андрей, приветствую. Но 57-я экспедиция МКС завершена. И вот экипаж спустился на Землю в специальной капсуле строго по расписанию в 8.03 в казахской степи. Уже к тому времени там курсировали вертолеты, самолеты и более 200 представителей Роскосмоса, Минобороны, МЧС. Сразу же все два астронавта и один космонавт, наш соотечественник Сергей Прокопьев, они все были... Их достали из этой капсулы, предложили сразу же чай. Вот Сирене американской астронавту, американке вручили даже букет цветов. Собственно, вот сейчас они все постепенно перемещаются в мобильный госпиталь. Здесь в ЦУПе мы находились всю ночь. Здесь наблюдали эксперты за проведением этой операции. Также здесь присутствовали и родственники Сергея Прокопьева. Также мы знаем, что его брат родной в Екатеринбурге наблюдал в прямом эфире за тем, как он возвращается на Землю. Ну, собственно, сейчас вот такая информация, что все трое чувствуют себя хорошо. И вот совсем в ближайшее время уже будут доставлены каждый на свою родину. Пока такая информация. Андрей. Спасибо. Наш корреспондент Денис Алексеев был на прямой связи с Центра управления полетами. На Землю сегодня вернулся очередной экипаж МКС.